с тобой стоим на страже одной из последних великих равнин. Эти люди думают, что если у них достаточно силы, ума и дерзости, то эта земля когда-нибудь будет принадлежать им. Никто на этой земле не способен остановить эти повозки, как бы они этого ни хотели. Я останусь с отцом. Нет. Нет. Нет! Я лишь пытаюсь увести как можно больше людей и как можно дальше отсюда. Я просто хотела выпить сегодня с кем-нибудь, кто умеет себя вести. Ты не до конца осознаешь опасность, Мэри. Я знаю, что человек, которого я встретил, собирался убить всех в этом доме. А для него это все равно, что забрать утреннюю почту. Дыши, детка. Дыши, милая. То, что вы построите, они сожгут. Пользовался им в этом году? Пока не было особой нужды. Кажется, у нас тут завелся злодей!